В городе Ван на востоке Турции полиции взят под стражу мэр Бекир Кая, которого власти обвиняют в связях с рабочей партией Курдистана. Эту организацию, известную также по турецкой аббревиатуре ПКК, Анкара считает террористической. Подобным образом ПКК классифицируют в США и Евросоюзе. Перед зданием мэрии жители Вана устроили протест против действий властей. Полиция применила водяные пушки и дубинки для разгона демонстрантов. Борьба турецких властей против активистов движения «За курдскую автономию» обострилась после попытки госпереворота в июле этого года, а затем вылилась в более широкое наступление на оппозицию. Арестованы мэры многих городов на востоке страны. Вместо них, вопреки выборной системе власти, сверху назначены кадры, лояльные Анкаре.